Ну что ж, этот этап очень важный. Этот этап очень важный, потому что участников полуфинала, ну, сами для себя вспомните и решите, помнят практически все любители футбола. Выбывших в четвертьфинале не помнит никто. А ведь уже теперь надо идти вперед, надо теперь уже претендовать на победу главную, потому что в группе можно было решать локальные задачи. Но если ты уже в восьмерке, то не думать о первом месте просто непозволительно. Вот она, великолепная восьмерка. И сегодня мы смотрим встречу очень непростых команд. Наверное, исход поединка на старте вот матча могут предсказать только завзятые болельщики. Победят наше дело с концом, но доводов не приведут ни одного. Трудно назвать сегодня команду, которая сильнее. Они абсолютно одинаковые. Ну что ж, погода вносит свои коррективы. Модрич. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Ну, во всяком случае, вот в этой атаке. Могло бы получиться, если бы соперника не было. Едем дальше. Опасно. Гол. И гол. Гол первым же ударом. Хочется сказать, первым касанием. Ну, и немножко приврать не мешает такой ситуации. А нам плевать, у нас 4-2-4. Ох, инсайд. Для него что футбол, что балет. Быстрый гол. Быстрый гол. 9 минут сыграли и забили. Модрич. Повнимательнее надо быть защитнику, конечно, в передачах. Сейчас в аут, потом в ноги сопернику, а потом куда? Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Это шанс! В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Неточность, соперник мяч перехватывает. Денисов. Культура пас, как говорят, культура игры. Модрич. Отличная передача. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно. Модрич. Анюков. Попытка обострить была, но пас оказался неточным. Модрич. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Очень органичная атака. Еще одна передача. Хорошая игра защиты. Отличная передача пяткой. Вот пошла борьба. Ну, забивай. В первой паузе друг друга напихают, будьте нате. Ну, а партнер кому отпасует? И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Вовремя мешалась защита и перехват. Модрич. Опас-то неплох. И мяч потерян. И может получиться контратака. Опаснейший момент. Ну давай! Не удержал мяч! Криштиану Роналду. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует... Ну же! И удар с угла поля выполнит футболиста мадридского Реала. За даром, что называют. Вот шанс забить.
футболист Реала перехватывает мяч. Так, так, а дальше? И надо бить, ворота рядом! Можно сказать, и в стеночку. Этот нападающий известен великолепной реализацией моментов. Может быть, даже больше 50%. Анюков. И, пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. А что с ними случилось-то? А? Почему так неграмотно в обороне действуют? И удар головой! Удар, гол! Не дает он сегодня покоя обороне соперников, дважды уже найдя слабые, очень слабые места. Второй гол в сегодняшнем матче. Конечно, все голы должны идти от головы, но эти особенно. Серхио Рамос. Разреженное пространство, есть вариант быстрой атаки. Никто не встречает, никто не атакует, удар без помех. Я бы назвал это и потерей. Варианта обостряющего игрок не нашел. И вот он, пас. И вроде бы захлебнулась атака, но не знаю, не знаю, возможно, она снова продолжится. А это даже можно назвать и стыком. Как чисто сыграно, а ведь здесь рискованно идти в стык, тут можно получить и пенальти. Ди Мария. Хорошая передача и улучшается позиция. И все, конец атаки. Или вернее, начало другое со стороны соперника. Есть с кем отыграться. Анюков. Счет 2-0 для одних, счет 0-2 для других. И вот для тех самых других это серьезный повод поговорить на чистоту в перерыв. Это очень интересно все, когда соперник в этой встрече, где один, да, пойдет дальше, а другой вылетит, лидирует. Это всегда провоцирует атаки, немедленные со стороны соперника. Это всегда провоцирует стыки, взрывоопасные ситуации. Градус игры во втором тайме будет необыкновенно высокий. Отступать некуда, нужно действовать, и, конечно, именно такой футбол является самым зажигательным, самым полным самоотдачи. Больше поперек играем, но учишь, бей! Чтобы оторваться еще на гол, надо было быть точнее. Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. И это гол! Гол! И дали гол голкипер. Ему, в принципе, меняется совершенно противоположная задача в игре. Удивительно, как можно было скинуть мяч прямо сопернику на ногу. Точно под перекладину. Я бы даже сказал, притирку. По мысли здорово, по исполнению хуже. Пас партнеру, продолжается атака. Нарушает правила игрок. Руками в футбол играть можно только вратарю. Ну, с этой атакой покончено. Холодно и неуклонно она была перехвачена, как передача. Пас Роналду перехвачен защитником. Что-то затевается, что-то может здесь получиться. Великолепно. Опасно! Отметим, что он не стесняется бить поворотом, по всей вероятности верит в свой фар. Ну, из большого количества попыток одна другая, глядишь, и будут удачные. Уолкот. Продолжение атаки через пас. А ведь было очень опасно. Если бы не этот парень, глядишь, и гол сложился бы. Модрич. Ди Мария. И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку. И вот он, Криштиану Роналду. Хороший пас. Отдавай правильно. И спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться.
и вроде бы разрядил ситуацию. И, конечно, ноль смысла в хорошей идее, если исполнение такое. Рауль Альбиоль. Модрич. И посмотрите на Криштиану Роналду. Ну и вот комбинацию правильно сделал судья. Если бы свистнул раньше, было бы хуже. Меняет тренер мадридцев. Не скажу свой состав. Чуть-чуть ротирует, выходит новый игрок. Головой наносит удар игрок. Посмотрите, как толкаются игроки. Принимает мяч, головой удар по воротам. И стоило атаковать, стараться потеть, чтобы закончить дело вот таким неточным ударом. Не умеют бить угловые-то. Уолкот. Могло бы получиться, но бы не считается. Футболист Реала перехватывает мяч. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Озил. Вот такой грустный для атакующих конец. Но ведь не конец игры, конец всего лишь атаки. Озил. И полезно, и красиво. Замечательная передача. Денисов. Практически не поднимая головы. Очень хорошее взаимопонимание. А защитники куда смотрят? Закончилась атака ничем. Будет удар от ворот. В составе мадридского... замена. Двойная замена. Футболист Реала перехватывает мяч. Неточный пас или защита сыграла здорово, а вернее всего и то, и другое. И, в принципе, вот перемещение игроков всегда создают одну-две возможности для точной передачи. Один пас лучше другого, посмотри, какая точность. Не первая передача и не вторая серия. И как неожиданно соперник перехватывает мяч, согласитесь. Озил. Альбиоль. Ди Мария. Какой прошел хороший пас. Вот передача. Очень далеко до ворот. Здесь гола ожидать, пожалуй, что и не стоит. Отлично играет вратарь после хорошего удара Роналду. Если ему будут давать бить, то никакой вратарь и даже два не спасут. Это точно. Смотрю и удивляюсь, как можно при таком попустительстве заниматься защитой. Думаю, надо бить и забивать. Это очень... Удар! И арбитр фиксирует взятие ворот. И самое главное, что разбирать этот эпизод, что ошибся, тактическое что-то уже не нужно. Здесь дело в том, что просто надежда команду оставила. Для него что футбол, что балет. И все.
всегда. Он играет. Следующие несколько минут давайте повнимательнее будем смотреть на поле. Возможно, увидим какие-то перестановки тактического толка. Крутится в голове что-то пророк изобилия. Вот так голы сыпятся, да при том в одну сторону. Пошла передача в штрафную. Смотрим, что дальше. Хотел тонко сейчас сыграть, но где тонко, там рвется. Все правильно. Есть адресат для паса, и пас следует. Положение вне игры, и судейский свисток заканчивает эту атаку. Неточный пас, очень неточный пас, вроде не мешал никто, однако аут в пользу соперника. Вот сейчас многие начнут строить прогнозы по поводу полуфинала, а может быть даже и финала. Не спешите, господа. Ох, второй матч.